Radiant team pick. Oracle. Vega squadrons turn to pick. Мы возвращаемся на матч Веги против Yellow Submarine. Бесконечные апдейты Dota никак не дадут нам досмотреть уже этот замечательный матч. Ну и что же мы видим? Мы видим, что Yellow Submarine решили сыграть через Оракула first пиком. Вега же сразу отвечает Вингой Ченом. Вингу в прошлый раз first пикнули, если я не ошибаюсь, как раз таки Yellow Submarine. И сейчас у Веги появится возможность с этим героем поиграть. Хорошо, кстати говоря, сочетается также с пушем. Ну, напрашивается какой-то все-таки operation, я думаю. Аппарат прям точно надо забирать прям сразу. Я не знаю, почему не Чена не забанили. Висп Чен, ну, что-то из этой серии. Так вышло. Зачем этого Дума банить? Дум тоже им балансный, но с Думом можно как-то бороться. Тут все-таки опять под пуш будет. Если аппарат сейчас не возьмут, я думаю, картина первой игры должна повториться. С высокой долей вероятности. Но с Ченом Вега не помню. Там что-то около 70% винрейта Чена в этом патче. И у Веги этот процент, мне кажется, уже доходит до 80 вообще. Это цифры. Вот у нас сегодня статсмен Феронин, видимо, отдыхает. Его нам, конечно, не хватает очень сильно, потому что... Ну... Да, ребят, кто там статистику делает, скиньте нам в Твиттере. Может, по хэштегу Рухаб, или мне в Твиттер, или к Вове в Твиттер. Дайте посмотрим статистику Чена в этом патче. Да, было бы очень интересно. Ну и что, Эмбер Спирит? Ну, я не знаю, Эмбер Спирит это настолько вообще нагло ему, чтобы разогнаться и взять себе... Вчера я наблюдал, как у Team Spirit... О, Team Spirit... Elements Pro Gaming, Ember Spirit разгонялся всю игру. Он сначала фармил все тревела, чтобы сплитить, потом манту, чтобы не умирать, потом он купил себе БФ, а потом оказалось, что все слишком поздно все равно. И это при том, что игра так сильно затянулась. Ну, посмотрим, конечно, Yellow Submarine. Я тебе могу сказать так, чтобы Ember Spirit хорошо отбивал пуш, одного Battle Fury не хватает. Вот реально не хватает. Два с Battle Fury он крут, да, он хорошо делает, но... А, типа Daedalus какой-то? Нужен, еще. Да, Daedalus какой-то. Я тебе больше скажу, он в той игре и до Daedalus дожил, но все равно это привело к тому, что, ну, как бы команда все отдавала Эмберу. 5 сильных героев к ним, в общем, пришло, и все равно не хватило. Ну, посмотрим, может быть, у Yellow Submarine есть какой-то свой план. Ну, забанит Квапу. Я уверен, что Вега забанит Operation'а следующим баном. Да, он не нужен просто здесь. Он просто ломает игру Чену. Я вообще под пушу всегда ломаю эту игру. Аппарат по-любому забанит. А вот на месте Yellow Submarine я бы забанил Shadow Шамана. Ну, если они сейчас опять ничего не забанят, это вообще будет провал. Тут, в принципе, может быть Венга и Керри, и Венга саппорт очень дикие, да, в этом плане. Да, Венгу лучше Керри. Как раз если ты хочешь под пуш, у нее быстро фармишь через ауру. Как раз эта четвертая аура очень крута будет. Да, и быстро собираешь Рошана, и что самое главное, отличие Венги, она оранжевая, ей в какой-то степени попроще ломать. Да, шаман. А там аппарат должен быть. Ну вот они еще думают, говорят, а ну, может не надо быть, просто рисковать, зачем а это может день? Быть сыграем против аппарата, может быть это не очень. Ну, кстати, мысль только одна в этом есть, все-таки аппарату нужно разогнаться до шестого, и немного шестого, это рискованно. Я думаю, разгонится. Ну, как бы вот, да, скорее всего разгонится, но все равно это время. Да просто ты если видишь, что тебя уже идут подпушивать, просто тупо аппарату линию оставляешь, вот, и он фармится сразу от 6 уровень. Ну, смотри как, Лина. Лина, ну... Может, Yellow Submarine вообще не хотят этого аппарата брать, ну, это бред полный, потому что... Единственный, наверное, герой, который может на начальном левеле так круто останавливать пуши, при котором ты можешь драться нормально, не будет вот этого подхила. Если ультой, конечно, попадешь. Ну, мы говорим о том моменте, когда все идеально. В драке. Так, ну и что? Вега думает над тем, кого будем сейчас взять. Вариантов у них масса, в общем-то, для пуша. До сих пор... А, инвокера они сами забанили в этот раз. Инвокер бани, но инвокер такой тоже мог усилить. Вот еще один подпушер. О. Чекерос. Да, это как раз таки саппорт. Причем он ничем не хуже шамана в плане сноса. Он не такой, ну как бы резкий и взрывной. Шаман ставит свои змейки, там сразу много дэмэджа. Джакир может постепенно плевать в тавер. Но в какой-то степени это иногда даже лучше. Не факт вообще, что это суппорт. Там вообще может магу отдать. Да, и может даже так быть. Тоже
как вариант. Либо вообще Джеки Росс плюс еще героя Магу. И вот это будет табла. А там Венга типа соло в топ и с Ченом. И что-то из этой. Или вообще вот эта трипла уже сформулирована. Ну да, тут пластилиновый пик. Гибкий очень. Можно его мять как хочешь и придумывать любые фигуры. Все что угодно, абсолютно. Так, ну и Yellow Submarine, загнавший себя в непростую ситуацию. Уже отдав этого Чена. Ну, я чувствую прям вот, что Чена мы будем видеть слишком часто в бане на больших турнирах. Дарксир, забытый всеми. Дарксир. Ну, опять же, в этом плане Кэрри Венга значительно лучше многих героев, потому что с Дарксиром ей покомфортнее будет стоять, чем тому же там, ну, любому милишнику, абсолютно. Ну, это само собой, конечно. Милишники проседают иногда. Интересно, что вышло в этих апдейтах прямо? Которые выходили вот буквально перед первой игрой, перед второй игрой. Они были какие-то слишком быстрые. Ну, да. Я думаю, там какие-то микробайки пофиксили. Ну, прям самые жесткие какие-то жалобы, может. Ну, вчера, кстати говоря, появилась петиция на тему русской озвучки. Я сегодня собираюсь пост по этому поводу написать. Но на самом деле, да, некоторые, конечно, герои озвучены очень круто, очень приятно. Но вот действительно, если закрыть уши... О, нет, если закрыть уши... Если закрыть глаза и просто включить вам английскую озвучку, вы... Ну, наверняка угадаете, кто это из героев. Вы никогда не спутаете ДК с СФом. Если закрыть глаза и включить русскую озвучку, некоторых героев можно спутать. Лично мне кажется, ну, изначально я думал, что это очень жесткие эффекты. Но потом на, по-моему, третьем Интернешнале там были актеры, которые озвучивали, и у них брали интервью. Ну, и, в общем, основная проблема в том, что актеров, которых попросили озвучить у нас, это профессиональные актеры, которые озвучивают фильмы, но они именно вот... Фильмы 90-х, да, которые одни и те же актеры озвучивали все? Ну, не в этом проблема, а в том, что они озвучивают обычным... Не-не-не, они обычным голосом, но они озвучивают вот именно что одним и тем же голосом. Если брать актеров, которые озвучивали Доту на английском языке, то там они изменяют... Там вот с ума сойти, но, по-моему, Мипа или Кан — это один и тот же человек. Я не помню, но я вчера смотрел, там какой-то у него дикий есть один парень, у него 9 героев. Из них даже вдуматься невозможно то, что он озвучивал одно и то же. По-моему, Мипа, или Кан и Брюмастер. Но вот как можно подумать, что они похожи, они вообще не похожи. Но... Ну ладно, еще Мипа с Брюмастером как-то там можно еще плюс-минус одинаково сделать, но Ликан — это голос такой бас, грубый, да. Бас с хрипотой, а Мипа — это писклявый такой. Я вот сейчас, чтобы не врать, я даже найду, пока у нас тут... Ну, у нас тут ДК отобрали, в общем, усиливают его пуш, Yellow Submarine отвечают Тускаром. Я тебе могу так сказать, какого-то жесткого опять откидывания нету. Таск, ну, шарды, типа Iron Shell, ну, этого крипа можно сразу убить моментально, который с Iron Shell'ом. Оракл тоже такое себе отпуш. Все надежды типа на Эмпера, который быстро раскачается, который придет там с Battle Fury Daedalus'ом и всех убьет задние фисты. Ну, тоже так. Вот. Ликан, Мипа, Герокоптер, Лондруид, Шадоу Демон, Котл, Огрмаг. Это все один и тот же человек. Но, честно говоря, подозрений в этом довольно-таки мало у меня было, пока я не увидел эту картинку. У нас же такое ощущение, может быть, это даже два разных человека, но такое ощущение, что SF, Пуч и ДК — это один и тот же человек, который просто даже и не понял, что это разные герои. Ну, вот... Он говорит, просто прочитайте, пожалуйста, что написано на листочке. Ну, типа того. Ну, не так все плохо, но вот немножко можно здесь улучшить, причем это реально не так сложно, мне кажется. Ну, собственно, об этом вот петиция появилась, и рекомендую вам почитать. Там у меня в паблике есть ссылка, собственно, на нее. Там Финаргот с Dota 2 ВО вам все рассказал. Короче, как обычно, у нас все через... Одно. Нет, место. Нет, некоторая озвучка, ну то есть не сказать, что прям все настолько плохо. Я просто не слышал, надо послушать. Оракул, не Оракул этот, Арквардон очень крутой, все женские персонажи озвучены очень достойно. И, ну, скажем так, претензии к определенной вот группе, вот именно касательно очень
очень большой схожести персонажей, их голосов. Но в основном-то все нормально. То есть, если было все совсем плохо, я думаю, петиция была бы гораздо более гневная и неприятная. Но там вот именно то, что нужно немножечко... Хотелось бы немножечко улучшить. Ну что ж, а у нас тем временем закончился пик. В общем-то, добрали себе Шейкера последним пиком. Это довольно интересное, на самом деле, пик. Ну, мне парень с претензией в Твиттере пишет, что это BO2. BO2? В этом пишу в анонсе, что типа Best of 3, он мне пишет BO2 же. Я говорю, ну как может быть BO2 в Single Elimination? Да, даже в Double Elimination. Да нет, ну да, тут просто вообще как это возможно? В плей-оффе как может быть BO2? Это группа обычно. Yeah. Ладно. Что-то не скидывает, может тебе скинули какую-то? Мне скинули, написали Чен 5К ММР, но это походу пустота из ММР, 58%. Нам нужно, ребят, официальные игры. Ну, нету тоже статы. Ладно. Собственно, давай по героям пройдемся потихоньку. Давай, что я теперь тогда озвучу команду «Желтую подводную лодку». PSM играет на Оракле. Горец играет на... Нет, вру. Горец играет на Таске, Артес играет на Герокоптере, Скандал играет на Эмбер Спирите, Мипошка играет на Дарксире. Ну и команда Вега, Сём зе Слэйер на Джакира, Соло на Ченя, Ноуан на ДК, Мак на Шейкере и Паша играет на Винге. Ну такой вот набор получился. Да, очень неприятное, конечно, сочетание двух вот этих драконов, Джакира и ДК, которые сжигают вышку очень быстро. Ох ты, ПСМчик нашел вард хороший. Так, ну и оставляю этого прибежать. Ну, оставят керри своему, очень много XP дают, 100 опыта дают. Нет. А, себе забрал. Себе и 100 опыта забрал, и полтосик себе подрезал. Да, решил. Ну, здесь опыт, конечно, наверное, даже главное, потому что 50 монет это такое себе. А вот 100 опыта это действительно очень много, фактически пол левела. Получать 2 варда сбил, ты уже второй левел. Это... Я бы 100-100 давал бы. 100-100, ну, логично. Варды бы тогда действительно сбивать было еще более ценным. Но опять не заходит в лес, разве что вот здесь поставили один вард, но это не так много. Да, и что-то пингует у нас No One, что-то хочет. Нет, ребят, сегодня совместного изучения японского языка не будет. Иллидана у нас нет, он выбыл из турнира, и больше никто на японском не пишет, увы. Что это такое? Да, там мы вчера выясняли, что у него написано на статуе, была очень долгая пауза, и было очень скучно. На японском языке? Да, у него там... Да, давай не будем. Благодаря мощи Google Translate и собственного микрофона я выяснял. Так, ну что, вот, собственно, меня больше всего интересует Шейкер в пике от Веги. Ну, Шейкер, маг, всегда хорошо отыгрывает на этом персонаже. Должен, по крайней мере, отыгрывать. На Китавре сыграл великолепную игру. Я так понимаю, какой-то инициатор просто нужен был. Да, конечно. Ну, цеплялось всегда нужно. Потому что дракон, наверное, вряд ли будет через Дагер играть. Он сразу будет уходить какие-то артефакты. А вот Шейкер будет... Как неудачного скандала фисты. Точнее, не фисты, а Searing Chains залетели. Да, ну и ДК здесь пока что стоит один против двоих, причем довольно комфортно ему стоять, так как это Тусик и Эмбер. И оба героя не обладают. Ну вот они его что-то там закрыли, связали. Ну такое на самом деле. Могут его сильно пробить, дыхание. Потому что у него ему. Что делать? Вообще могут убить сейчас. Он что-то заблудился, по-моему. Молодец. Ну, на самом деле, если бы он даже простоял... Если бы он сразу побежал, он выбежал. Если бы он простоял до конца и побежал, он все равно бы выжил. Но как-то получилось, что он что-то побежал куда-то в крипов, запутался. Ну, короче, стандартный фит. Ничего нового. Классно все. Да, ну, все равно все получше, чем в прошлой игре, как по мне. Потому что в этот раз фармит Винга хорошо. В этот раз не подпускают Дарксира. И, в общем-то... Этот First Blood, он не должен так сильно повлиять, если он будет один. Ну и ждем, конечно, выхода какого-то от Соло. Пока что он фармит. Если, да. Если даже Дарксир он не выйдет... Сейчас Дарксир убьют, смотри. Да, он хотел второй левел, а получил по голове. Если бы Сёма раньше среагировал бы... Да все, он сейчас может умереть. Станчик. А Сёма просто очень поздно среагировал. Он прям мимо него вот так вот пробегал, Дарксир был вот здесь. Ну, он не так пробегал, вот так, чуть наверх вот сюда. Мог прям здесь ему стан дать, вот на этой точке. И убить мы моментально. Ой, как не больно. Надо было долго за ним бежать. Как больно проседает Тусик. В итоге остается у него половина хп. У него осталась только одна фласка. Так, и Соло. Соло выходит. Его, кстати говоря, не видели. Эмбер Спирит. Стана нету дракона.
Да, это стандартный ДК. А, ну он хотя еще даже не четвертого левела. Ну, нужно наверх бежать, просто скандал. Все будет хорошо. Но его прогнали с линии. Причем гнать его может здесь Чен. Кружочек сейчас сделает просто. Да, он сделал кружочек. И ботл уже едет. Ну, Чен неплохо довольно-таки все равно на втыкал этому парню. Тем временем сверху у нас Жакира поливает огнем несчастного Тусика. Тусик... 300 хп у Тусика остается, больно ему. Но зато Дарксир получает хоть какой-то левел. С другой стороны, Шейкер тем временем на харде. Сейчас будет блочить крипов, и ему попроще от двух героев защищаться. Хотя вот от такой даблы конкретно очень хорошо Оракул с Герокоптером сочетается. Его замедление, вот этот вот пурч, здорово действует очень. Против, ну как раз таки, против героев, которые стоят против Герокоптера. Практически любых. Так, и здесь у нас Тусик использовал последнюю свою фласку. Ну, все тяжелее ему помогать сверху Дарксиру. Можем посмотреть крипстаты. ДК лидирует против Эмберспирита, несмотря на то, что Эмберспирит забрал First Blood. И несмотря на то, что ему помогал в начале таск, ДК имеет все равно больше крипов. Винга чуть-чуть отстает от Герокоптера. Неплохо имеет Дарксир, но и Чен подфармил довольно-таки знатно. Так, и вот сейчас Чен выходит. Очень аккуратненько заманивают поглубже. Да, в смоке, хорошо. Ну, вот здесь просто обычный сатир. Конечно, это не совсем то, что нужно. Дарксир ускоряется, отличные шарды. В итоге Винга без ботинка. Паша давно уже надо было купить его, не знаю. Выход провалился в итоге. С этим спидом своим. Так, ну и ДК. ДК все-таки взял станчик, не стал накачать вот эту вот 2.02 раскачка. Ну, нужно здесь, да, цеплять под выходы Чена, иначе будет как-то слишком тяжело. Вставляют баунти руну тем временем. Ой-ой-ой, Тусик может ошибиться. Сейчас и тестом! Мало дэмэджа тестом залетело, да и тест всего первого уровня. Но руну защитил. В любом случае, Тускару теперь придется идти домой. Соло здесь хорошо разобрался. И Дарксир останется опять один на лайне. Третий с половиной левел. Шейкер имеет левел не меньше, чем Дарксир. Что, конечно, не совсем хорошо для команды Yellow Submarine. Потому что Шейкер стоит один против довольно сильной даблы. А здесь стоят два героя. Да, сейчас все получше, конечно, у ЕСов, чем в предыдущей игре. Веги. Они все-таки выиграют... О, Веги, то есть, да. Они выиграют свою легкую линию. Очень хорошо они дают этот разгон Шейкеру. Dragon Knight себя они очень круто чувствуют. Ну и, в принципе, то... И на легкой линии не так все хорошо. Фармит и Дарксир. Фармит и Таск. Ну, левела получает. Сейчас могут убить еще Шейкера. Ну, Шейкер ушел. Так что тут пуш не такой быстрый будет. Если он вообще здесь будет. Ну, будет, будет точно пуш. Здесь нужно 6-й левел ДК взять. Вот он как раз взял себе 6-й левел. И, собственно... А сейчас на меди захотят, может, убить скандалы как раз таки. Ой, он какой там битый стоит. Да, ему вот летит. Нет, бутылка. Нет, ну, бот уже летит. Это... Я так посмотрел на профиль Никарила. Это, по-моему, не мипошка вообще. Это реально какой-то Никарил. Никарил. Не знаю таких. Я тоже не знаю. Ну, вполне возможно, что это не мипошка вообще. Вообще, в ростере у них заявлен мипошка на, ну, чемпионат. В ростере, да, в ростере должен быть мипошка, но тем не менее. Так, ну и выходит сверху. Ну, сверху здесь тяжеловато. Возможно, ну, подпуш здесь хороший. Здесь есть ДК, есть возможность купить какой-то Dragon Lance на Венге или просто большие хорошие статы и бить вышки за счет своего радиуса. Ну, собственно, уже начинают бить. Видим, что куда-то ушел Ember Spirit. А, Ember Spirit у нас снизу. Забрал руну богатства. ДК не использовал возможность вот похарасить вышку. Обычно стараются просто включить ульт и сделать пару тычек. Да, хоть как-то. Я чуть-чуть подразмять, чтобы потом легче было забирать. Чен у нас в маке, забегает на топ. У него уже два крипа. Шейкер один. С ним. Нужно ее подстанить. Ну, подстанить нереально. Шейкер ушел в этот момент. Так, нападение. Скандал нападает здесь на Нуана. Шейкер на постраховке. Так, ну и все, отогнали Дарксира. Идет большая пачка крипов. Базилки, кстати говоря, я не вижу, что странно. Причем есть вроде как масочка, но кольцо не прилетело. Да, и Чен выводит своих крипов. Сейчас будет пытаться разобраться. Затянуть. Топ забирают. Я думаю, до конца будут забирать. Ну, сейчас перетяжка пошла от Оракула. Здесь же идет Эмбер Спирит, нужно бежать. Застанили Джакира. Джакир дает неплохой стан. Чен забирает одного крипа.
замедляю Чена, но он абсолютно один. Эмбер Спирит полетел, никого не нашел. Чен в итоге доломал вышку каким-то крипом своим маленьким. Он маленьким крипом просто пришел, доломал. Просто маленьким крипом. Это даже не рейндж крип был. Просто милишный крип. Уи еще и встревает. Дарксир, Дарксира забирают. Как же все плохо получилось. ДК в этот момент начинает пушить мид. Вот чего он ждал. Он под форму уже почти снес тавр. Как же все плохо. В итоге все стпшились на топ, кроме Гирыча. Кстати говоря, Гирыч это кандидат номер один был. Все, вышка в миде упала. Это уже сейчас, точно. Сейчас подстан отзвел просто. Да, ДК забирает тавр. Просто он своим дыханием. Просто своим позиум забрал. Шейкер дает стан. Ну, да, слишком-слишком много по нему залетело. Ну, размен неплохой, потому что опять стянул всех абсолютно на мид, забрал все-таки вышку, и это минус 2 тавера, минус 1 в 1 размен Дарксира на ДК. Видимо, по золоту, что Вега довольно-таки неплохо вырвались вперед, но это только начало. За счет двух быстрых таверов Чен сейчас должен гораздо быстрее выносить меку, чем в прошлой игре. У него, конечно, пока приключения с левелом. Всего лишь... Да, ничего страшного, он поднимет свой, ему седьмой нужен. И все, в принципе, все, что от него зависит. И мека, седьмой мека, можно идти. А, ДК взял себе ПТ, будет на статы. Ну, здесь нужен прочный ДК как раз-таки. Следить надо за Эмбер Спиритом, как у него дела будут все происходить. Ну, пока что так себе, он разок ворвался, вместо того, чтобы наверняка забрать Чена, пошел на всех нападать, никого не подцепил. Хотя это был как раз момент, когда он должен был делать фраги. Ну и по золоту он чуть отстает от ДК. Вообще у коров АУЕ очень много. Они этот сплит-пуш, если он затянется, о, пуш, то есть если затянется, могут отбивать легко. Потому что Эмбер Спирит с АУЕшечкой, Гирокоптер с Лакеноном и ультимейтом своим. Ну, здесь главное не затягивать. Пока что Вега все делают очень неплохо. Они снесли две вышки за 9 минут. Они продолжают. При том, что их пуш на тот момент был еще такой себе. Сейчас уже потихонечку Венга обрастает артефактами. Уже есть Аквила, ПТшка и 1000 монет. Думаю, что к выходу она... Да, вот она будет иметь скоро доминатор. А это еще один крип толстый. И, ну, хорошие статы ей просто дает. Плюс лайфстил. Не будем забывать. Да, по-прежнему фармит наверху. Вот сюда можно было бы на самом деле прийти наказать эту Венгу. Но никто этого не делает. И Венга абсолютно спокойно чувствует себя на топе совершенно одна. Чего, конечно, как-то не должно происходить, наверное. Так, ну, он никогда не ошибается, поэтому может рисковать. Так, ну а мидия у нас врыв какой-то очень странный от Эмбера. Ну, скандал сейчас трудно забрать, какого-то нету жесткого перста. Есть станчик, есть дыхание. Есть маленького уровня стан шейкера. Столько этого не хватит, чтобы пробить щит. А потом еще ХП. А ХП, о. А ХП тут много. Чен выходит. Ну, хасту нужно разбивать. Он сам заберет, да. Забирает хасту. Хорошая фиссура от шейкера. И ДК включил форму. Никуда не смогут пойти с этой формой. На мид уже идти далековато, не хочется. На нижнюю линию. Но сейчас следующий выход должен быть на нижнюю линию. Венга продолжает фармить. И, ну, придите уже что-нибудь сделать. Посмотри, как он далеко стоит. Да, сейчас доминатором будет. Как же он далеко стоит, и нет, никто ему ничего не делает. В итоге почти доминатор. Да, левел большой. Сейчас надо, наверное, уже начинать ауру подмакшивать. Вот большая проблема с тем, что в прошлой игре у нас было не так много толстых героев, было скорее много сумонов. Здесь есть ДК и Венга. Как они будут... Ну, много АУЕ, но как они будут убивать ДК и Венгу, если они расфармятся? Это очень большой вопрос, потому что слишком много у них статов. И ДК толстый, но ДК еще можно магией попытаться развалить, физикой с ним тяжело воевать. Ну, Венга, получается, тоже она... Она еще толще ДК, наверное, потому что он все-таки зачастую фармит какие-то себе блинки, инициаторские все-таки артефакты. Венга полностью очень круто статы. Подняли. Ее в один патч подняли, что у нее ХП жесткий прирост стал на ХП. Угу, 2.6. На силу, да. А потом еще на агил подняли. У Клокверка, по-моему, 2.6 или даже 2.4, учитывая, ну, что это один из таких жестких этот танков. Этот прирост должен быть, да, к силовым героям такой, а у агильщиков поменьше должен быть. Ну и при этом 3-3 ловкости дает ей еще и миллиард армора, которого и так немало. Так, ну, ну да, считай, вот она за уровень, за два уровня у нее один армор. Ну сколько там, 3-3? Ну да, 3. Армор дает 7, да? 7 ловкости, один армор. Один армор дается и за 2 левела. В итоге она там к 25-му имеет 12 бонусных армора. Это без учета всяких статов, артов. Так, цепляю здесь Джакира, но он все очень просто делает.
Не стал пытаться его скандал через три ремнанта добить. Могло, кстати, игра получиться. Аркан руна. Оставляют ее кому-то. Шейкер фармит потихонечку свой блинк. Аркан руна по-прежнему лежит. Ее, скорее всего, скандалу оставят. Ну и что? Перетяжка вниз от винги. Вот он, тот самый пуш. Ну все, пошли. Да, есть... вышли, вышли. Не вижу, правда, крипа с доминатора, которого он бы взял. Но... Да, ничего страшного пока. Ну и так должно хватить. Здесь два кентавра, сатир. Есть ульта у гирокоптера. Есть третий флаг кэнон. Мека есть у Дарксира. ТП-шится сюда Эмбер Спирит. Ой, все спалил очень хорошо сейчас Паша. Просто все очень здесь. Хорошо. Будет драк на эту тавре. И отходит. Испугались. Ну, там мека, там увидели, что все абсолютно пришли, дефить, и нужно очень аккуратно заходить. Нужно просто плевать только ДК и... Очень, очень круто стали вега. Если сейчас чуть-чуть выйдут, и Дарксир тпшится еще. А, Дарксир с мекой, он обязательно должен быть в этой драке. Крипы Чена стоят в кустах. Так, вот они выходят. Перепризывает к себе. Один кентавр минус. Ну, в итоге все впятером... собрались. И что, в ответку пойдут пушить? Вега решили не рисковать. Надо просто тянули 5 ТП сюда. Ой, пошла макропирка. Чтобы быстро разобрать этих крипов. Ну, пушить-то тяжело. Вот как раз в чем минус Yellow Submarine. Им сплит-пушить вообще нечем. У них неплохо Эмбер там фармит крипов. Все неплохо фармит. Но как только дело доходит до вышек, им очень тяжело. У них твора бьет... Никто не бьет. Один чен отбивает просто пуш, подход к тауру. И обратно ТП-шится все. Пэшится гирокоптер. Сейчас аккуратненько Вега опять сместится на эту нижний таур. Либо на Рошана, либо на нижний таур. Паша тем временем фармит Эншентов спокойно. Ну, вот, а мага нападает? Просто уйдет. Ой-ой-ой, просто доля секунды, наверное. Да. И плюс еще и подхил Чена вовремя зашел. Тем временем ДК взял себе блинк, понимает здесь Нуан, что все-таки стоит играть ему более агрессивно. Здесь нужно кого-то цеплять. Лоб в лоб будет пробить тяжеловато все это ОЕ. И опять возвращаются вниз. Ну и что сейчас? Опять всем вниз бежать? ТП-шки на кулдауне? Очень... Да-да-да. Скандала нет ТП. Очень здорово. Очень здорово развели. Этот таур должен падать. Они причем, я так понял, пешком убежал ДК в мид, а обратно вернулся на ТП. И все, ульта откатила. Просто вега красавцы. А, минус вышка. Даже форму не будет юзать, видимо. Ну, здесь Джакира с третьим ликвидфайером покарает. Все. Минус форма, можно отходить. Сверху Эмбер Спирит пушит тавер, его лучше не отдавать, конечно. Так, и все передвигаются наверх. Или надо будут меняться. Лес вражеский зачистить. Да, решили поменяться, видимо, таверами. Плюс пользуются тем, что они гораздо быстрее забрали вышку. Могут еще и забрать вторую. Если они сейчас... Они наверху все. Все наверху. Это самый стандартный, дефолтный выход на Рошана. Да, нет? Нет, да? Нет. Нет. Чен призывает к себе крипов. Его здесь атакует. Гирокоптер в смоках. Не закрывают Чена. Ну, Волчару закрывают зато. Ну, что-то его пробить не удается в итоге. Да, Волк живет. Ну и Вега тоже смещаются. Размен по вышкам получился один в один. Довольно-таки неплохо для команды Yellow Submarine. Так, ну и Винга фармит себе Сенджин Яшу. Мега нельзя смещаться сейчас. Нельзя ЕСом смещаться на этот таур. Ну, парни, вы чего? У вас, ну, Фараша на халяву просто дадите. Да, все, тут же заходит Винга. Второй террор, ДК с формой. Минус Рошан. Такой гамбит. Это тупое преимущество... стороны Дайр. Угу. Вот что, дабл дэмэдж появляется. Я думаю, с этим дабл дэмэджем сейчас можно будет пойти меняться. Вниз можно идти. Ну, посмотреть вообще, что будет Yellow Submarine делать. Если они отойдут, они просто могут тоже зафорсить байбеки у Веги. И... Не, им надо было дальше идти как-то. Да, надо было хотя бы стянуть все-таки относительно. Вот, они дальше не пошли на этот тауэр, чтобы сюда пару телепортов было. И поэтому Вега спокойно, видя это, идет на нижний тауэр. Да, ДК с ДДшечкой. Ульта у него, конечно, закончится. Он ее провязал на Рошане. Но успеет пару раз плюнуть по вышке. Да, ну, успевает завязать ДД. Не исключено, что сейчас и на тир 3 пойдут. Я говорю, реально откидываться нечем. Нету Battle Fury. До Battle Fury еще 900 голды. А, идут. Все, Эмбер возвращается. А здесь ДК даже с меньше. ДД. Заканчивается 700. Ульта. И все, и отходят. Ну вот ульты не хватило. Была бы ульта ДК, можно было пойти дальше. Но да. Решили отойти. Да и в принципе, Шейкер будет с блинком, ДК будет с БКБ, Венга будет с Сенджин Яшей, скорее всего.
Это то, чего сейчас не хватает. А вот уже тут Яша есть. Дарксир взял Меку. А Саши нету. И Дарксир взял Меку уже очень давно. Может быть, у него какой-то блинк появится. А, Владмир собирает себе тусик. Ну вот собирают как раз, чтобы было дэмэджа побольше. Эмбер Спирит почти с БФ. Ему остается совсем немного. Владмир хорош, да. Ну, такие статы добавляют своим кором, чтобы они как-то дамажили это все. Так, сбивается тем временем вард Сёмой. А еще один вард стоит хороший на горочке сверху. Так, и летит курица, в которой блинк. Маговский блинк, кстати говоря. Я бы на месте Чена... Не знаю, может, можно в Аганим выйти, или на месте даже не Чена, может, какого-нибудь Джакира. Или нет, Джакира и Ул нужен. О, господи, кому это-то? Владимир собрать бы кому-нибудь из команды Веги. Да, здесь такое ощущение, что только Шейкеру. Но Шейкер, да, может. Он почти не фармит. Сейчас Владимир собрать. Но он стоит далеко, а с Владимиром нужно стоять нормально. Так, и очень неплохо заходит. Очень неплохо заходит, Шейкер все видит, разрезали пополам, драться будет тяжеловато. Но ДК успевает, выпрыгнуть. Винга с Аегисом втанковывает все, Вингу в итоге забирают, но это только Аегис. И какой врыв от Шейкера! Он просто в четверых героев врывается, пошел отхил от Чена. Артас под ультой, ТПшится на фонтан, его начинают захиливать. Артас может умереть. Да, умирает Артас, тут же забирают Тусика, это минус 5. Ты понимаешь, что Оракл еще промазал лечением? И он накинул на Драгонайта. Ай-яй-яй. Просто Драгонайт, который стоял в Макропере, должен был умирать, стоял под лечением. Да, в итоге минус 5 в размен на Вингу с Аегисом. И, ну, Шейкер. Шейкер ворвался очень красиво. Безумно. Первая ульта всего-навсего, но когда ты врываешься в четырех героев с таким преимуществом еще легким, в итоге теряют пятерых, теряют две вышки, бараки. Скорее всего, оба барака здесь успеют сломать. Да, вот, доламывают быстренько второй. Буквально по тычке еще сделать, и все уходят. Ну, как бы 19 минут. Как мы и говорили, что эта игра может еще быстрее закончиться из-за того, ну, что начало. Про статистику поговорили, да? Ну я да. Может, что-то забыл. Или нет? А, только вот та-та-та-та-та-та. Статсмен Феронин появился. 9 игр у него в этом патче. 7 побед, 2 поражения. Ну, соответственно, там сколько? 77% скидывают. Да, 77%. Прикольно. 77,8, если быть точным. С последней два патча 22 раза Винга кэрри, 68%. Но здесь много чего полезного такого у Веги, с хорошего. Конечно, вот этим пиком, если им отдают их, я еще не видел, чтобы кто-то даже близко мог остановить. Да как без этого? Против такого пика, против Чена играть без аппарата. Тупо бери аппарата и все. Все, ты можешь драться нормально, не будет подхилов этих жестких. Зачем ты... Кстати, Владмир взял Чен все-таки себе. Да, Владмир нужен. Ну вот, я и говорю, Чен будет ли собирать этот Владмир? Вот, а следующий уходит в Агадим. Владимир нужен. Так, появился БФ, но здесь уже манта у Винги. Это еще больше там всяких иллюзий. Выход на Герокоптера. Да. Драгонайт с ДТ. Он может тупо гнать его. Он оставляет станчик, чтобы сбить ТП. Станчик он оставляет, я думаю, о чем не погнал. Ну, решил не рисковать, потому что... Ну, хотя он видел всех тиммейтов его, но решил все-таки на всякий случай не лезть. На самом деле можно понять, потому что, ну, этот фраг он так много не даст. Они и так ведут очень сильно. Им просто главное сейчас не отдаться и пройти спокойно впятером всем спушить. Ой, Джакира промазал. Сейчас повезло Дарксиру очень, если бы он там в глубине этот ТП сделал. Да, мог встрять. Так, ну и что остается у нас? Аегис, кстати говоря, все... Нет, уже нету Аегиса у Винги. Остается одна вышка в миде, но идут по нижней линии. На нижней линии фуловый тавер. До него так в прошлый раз и не добрались. 3 минуты до Рошана. Ну, сейчас, конечно, в идеале собрать всех на базе, уйти на Рошана, зафармить его и идти. Но может получиться и так. ДД, потому что на дороге не валяется. И еще и плейтмейл успел взять. ДД, плейтмейл. Все хорошо у них. Драгонайт уже грамотно собирает Керасу, потому что Владимир, Кераса, Аквила, они, в принципе, вот это Battle Fury даже с Кристаллисом на нет сводят почти. Он не дамажит по большому количеству армора. Слишком по мало мага. Еще там всякие ауры от крипов, если будут. Пошли вечерки. Пошел ульт Гирыча, ну просто в крипов и одного ДК. ДК спокойно все переживает. А что там лэмишь не включить-то? Глифа? Да, нема. Я думаю, что сейчас он зайдет, как раз таки включит. Возможно, он хочет под БКБ его включить, чтобы прямо в драке с ним. Ну, надо накидывать, конечно. Надо было раньше уже это сделать.
Так, и заходит. Стан. Все, БКБ ДД. Вот он пошел. Тауэр ломать надо. За БКБ тут, я думаю, хороший шанс снести. И барак здесь основной надо ломать, конечно. Вы пушите, ребят. Так, ну, БКБ закончилось. ДД ну, все еще действует. ДД еще есть. Я не знаю, отойдут, нет. Ульта, оракула нету. Для уверенности можно Рошан дождаться. Эгу, можно никуда не рисковать. Да, так и делают Вега. Пушку Тауэр снесли, и все. Это отлично. Уже отлично. Все... Они... Все соперники на базе, ничего не делают. И Венга тоже выходит в БКБ потихоньку. Сейчас второй ультимейт Чена есть. Есть второй ультимейт Шейкера практически. Вот ему остается там полтора левела получить. Это как раз Рошана еще немного подфармить где-то. Ну, неплохо было бы заиметь все-таки второй левел пополезнее. Хотя в ситуации, когда ты атакуешь, мне кажется, Шейкеру не так важно вот иметь именно быстрый там второй левел ультимейта. Ему как раз важно просто свои фиссуры давать, цеплять кого-то. О, Dragon Lance на Венге. Вот он. Я думал, что это будет БКБ, но решение очень хорошее. Я, по-моему, уже его как раз-таки от Паши видел. Теперь можно стоять еще удобнее, издалека тебя сложнее подцепить. Да, дальность атаки будет 530 уже вместо 400. Я думаю, что это очень недооцененный во многом артефакт, но он не в принципе так хорош, а вот именно в этом патче, вот в таких пушах. И он будет появляться все чаще именно вот с такими... Ну, снайперу, прикинь, как это круто тоже. Еще больше. Да, если бы он не был... Если бы он, скажем так, был пополезнее в целом, и был бы как вот старый снайпер, который еще и в пуши заходит. О, ДК решил поломать тавер вот таким вот хитрым способом. Поджигает здесь вышку. Ну, уже, да, здесь уже вся команда. Ну, смотри, сейчас будет трехходовка. Тир 2 на миде — это первый ход. Дожидание Рошана, забирание Аегиса — второй ход. И заганчивая игры — третий ход. Они дальше не пойдут. Ну, может быть, только если, чтобы стянуть. Нет, а зачем? Зачем? Зачем дальше идти? Зачем рисковать? Форма уже половина закончилась. Можно просто зафармить чужих хейшентов, зафармить чужой лес, дождаться Рошана, зафармить своих, да, хейшентов. Да. Можно Чену уйти в свой лес, еще свой лес зафармить. Еще перефармить чуть салат, но видишь, как хотят не сойти. Но вот, пока есть форма, хотят успеть подамажить. Хороший дается раскаст, вакуум неплохой. Очень больно Чену, Чен использует свои хилы. Джакира ультует, очень хорошо ультует Джакира. Ставится стенка немного поздновато, ДК фуловый. Отдали одного Чена, Венга свапает Тусика. Тусик у нас умирает от иллюзии Венги. Они могут догонять, стараться, без Чена. Так, ну и... В итоге бараки не забрали. Все, уходят. А все. Зачем? Зачем они это сделали? Могли бы спокойно эти губы без ошибок делать, играть. Зафармить эйшентов, зафармить, еще раз повторяюсь, чужой лес, зафармить своих эйшентов, зафармить свой лес. Ну да, поторопились. Двушку просто нетворса поднять еще моментально. И вот как раз таки Рошан появился очень быстрый. А там нету никакого дилея даже на него. И просто пойти на Рошана. Да, забрать это... Рошан, закончить игру. Очень тайминговый Рошан. Я думал, что они стянут на хайграунд всех, но это полезно, чтобы враг там не сплитпушил, и спокойно уйдут. Да, в итоге Чен тут еще и крипами немного подфидил. Нужно... Чен еще крипов набирать, но не знаю, такое было. Чуть отыгрались, ребята. Я говорю, Дейдалс появится, ты на рампу уже так неприятно будет заходить. Ну, Дейдалс еще, конечно, такие. Вот Кристаллис только есть. Ну, еще надо 3600. Далеко. Надо взять. Очень далеко. Так, ну и ДК. ДК развалил големов и разваливает Рошанов под формой. Не жалеет на ланформу. Да, Чен тем временем набирает крипов. Есть у него один кентаврик. Делает еще стак. Стак не получается сделать. Драгонайт мог бы ботл завязать вообще. Вот он, в принципе, уже завязал ботл. И у него уже открутилась ульта быстренько. 89 секунд остается. Выходит сюда, кстати говоря, на Рошана, но... Вряд ли пойдут. Вот бежит Кобальт, летит Сигиль. Сигиль очень мешает Сигилю. Да, не, нужно драться за Рошана. Такая же тема, как в предыдущей игре. Если они не нормально подерутся на Рошане, они проиграют игру. Нельзя давать его. Отбивать хотя бы, отгонять, там не драться самим. Но Рошана не отдавать, просто зубами грызенью. Да, и стоят. Что у нас-то по графикам-то к этому моменту? Десятка там, 5000 тут. Десятка по голде, 5000 по XP. Довольно плохо все по графикам для команды Yellow Submarine. Вега может выдерживать позиционку. Просто стоять и ждать, пока вот эта линия, да, она как раз придет сюда.
Да, так и есть, скорее всего. Они знают, где соперник, они все прекрасно видят за счет вардов. Тупо смог, сами завязали, сейчас пойдут воевать. Hello. Ой, Венга как вырывается. Артус дает рассказ, ДК успевает с блинка. Ой, какая стенка, плохая стяжка. Вот как все плохо было. Да, в итоге Венга стоит. Ну, он, кстати говоря, неплохо подрался, он дерется против всех, Шейкер скастовал ульту, ни в кого не попал. ДК в итоге выживает один против всех, в этот момент забирают Дарксира с Герокоптером вдвоем. Герокоптер спасается бегством, куда-то улетел. Ну, ТПшки у него нет, нужно будет сейчас долго отступать. Сейчас все должны собирать вега. Да. Сноубол, Эмбер Спирит уже минус. Минус 4, минус Рошан. Я думаю, в принципе, можно писать опять ГГ. Да. Можно писать ГГ, ты абсолютно прав. Ну, ДК очень круто затанчил там всех вообще, и вся команда дралась. Он включает ПКБ. Магия не работает, 35 армора, в принципе, физа тоже не работает. Причем он был без формы, он там просто мечом своим махал и закрывался щитом, скорее даже больше. Все, пошли, на миде вышки нету, снизу вышки нету. Ну, на миде тир 2 имеется в виду, нет, да, сейчас заходят вниз. Да, и в кулдауне очень крутое заклинание, как стенка Дарксира, да, хоть и до нее остается 35 секунд, но должны знать об этом Вега и просто на рампу идти. О, еще катапульт переманил себе Венга. Вот с двумя катапультами будет лежать. Вот это круто. Ну, ДК под аркан руной заходит, начинает расстреливать бараки. Гирыч дает ульт. Да, в итоге получает стан. Очень больно Герокоптеру, его просто изничтожают. Минус Герокоптер. У Герокоптера есть байбек, не знаю, что у него купается. Тут нужно выкупаться. Парад у тебя падают бараки. Минус Дарксир. Ну, ГГ сейчас оракул. Это такая чисто психологическая уже тема, что если не хочешь покупаться, не хочешь воевать до конца, можешь писать ГГ. Идут дальше, просто на фонтан вот вега. Вот есть байбек, чё он не укупается, алё? Нет, нет. Артес. Артем. Всё, Дарксир. И минус 5. ГГ. Ну, я думаю, что байбек бы здесь сегодня зарешал. Нужно было, конечно, его сделать, попытаться подраться. Но, как мы видим, всё слишком жёстко в исполнении веги. Байбек тоже, наверное, не помог всё-таки. Да. Это сильный перефарм уже у веги был. 2 по 30 фактически мы увидели с вами, и довольно-таки уверенную игру. Опять Вега показывает, что с их пушем справиться никому не удается. Что тут можно сказать? В этот раз гораздо они интереснее постояли на лайнах. И, в общем-то, ну, как всегда, вот начиная там с какой-то с 7-й минуты, вот этот медленный выход, сначала верхнюю вышку большими силами, одновременно ДК мид, потом потихонечку еще набирают низ. Ну, все довольно-таки шаблонно. Большие вопросы к драфту Yellow Submarine. Почему они сделали именно так? Не совсем понятно мне. Да, с драфтом у них какие-то проблемы. Надо изучать Ancient Operation ребятам. И с ним у них должно быть все неплохо. Ну или банить как-то Чена, стараться. Ну что ж, в итоге у нас 2-0, Вега заканчивает эту серию. Давайте посмотрим на сетку перед тем, как попрощаться. Alternates и HellRaisers еще предстоит сыграть в 1-8, их будет ждать, победителя этой пары будет ждать Вега. Ну а мы с вами, я так понимаю, увидимся в пятницу, да? Нет, в субботу. Пятницу у нас игр здесь на этом турнире нет, а в субботу как раз для вас... А почему расписание стоит, да? Завтра нету игр? Не должно быть. Сейчас проверочка, подожди. Следующие игры сегодня 24-го, следующая игра 26-го числа. 26-го, да, как раз таки 25-го игр нет, 26-го, ProDota против Fantastic Five и Cookies NLG. Gaming, да. Вот этот, конечно, матч будет очень интересный, потому что Cookies выбили Team Spirit, но насколько хватит их запала, непонятно. Есть вероятность, что с NoLogic у них все не так бодро получится. Да и первый матч интересный тоже, две наши, такое российское дерби. Это да, это само собой, как всегда... СНГ дерби у нас в почете. Ну что ж, для вас сегодня работали Mailstorm и Smile. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, паблики, чтобы следить за дотой и быть всегда в курсе событий. Всем приятного вечера. Всем пока. Пока.